ежедневная газета в Британии, The Guardian, у них есть по пятницам специальный выпуск Journal. На первой странице сегодня, конечно же, Украина, Мариуполь, город в руинах, посвящено все как раз нашей ситуации в нашей стране. А вот в приложении Journal специально посвящено все мнения и все оценки и идеи как раз тому, как же быть дальше с украинской ситуацией и с окончанием украинской войны. Здесь, среди прочих, опубликована статья, можно сказать, мнение Андрея Ермака, который пишет о том, что украинцы продемонстрировали за прошлый год колоссальное единство, колоссальную стойкость, уверенность. И все это стало возможным благодаря западной поддержке, в которой мы дальше продолжаем точно так же нуждаться. И завершает он свое обращение в газете The Guardian, что россияне понимают только силу. Они не понимают ни слова, ни дипломатию, а только силу. Поэтому нужно больше и больше оружия. Вот так практически каждое издание сегодня на Западе посвящает и колонки, и передовицы мнения Украине. И Андрей Ермак один из них, из тех, кто высказался по этому поводу.